ущелье Горильник за высокогорным катком Медео открылся новый визит-центр. Туристический комплекс с панорамным видом на Заилийский Алатау никого не оставит равнодушным, в особенности любителей провести незабываемый отдых в горах. Здесь туристы смогут получить необходимую информацию о пеших маршрутах, воспользоваться услугами гида и перекусить на террасе, наслаждаясь солнечными лучами. Визит-центр находится в шаговой доступности от термального источника. Человек, предварительно искупавшись, сможет здесь согреться и с комфортом отдохнуть на пуфиках абсолютно бесплатно. Также внутри туристического комплекса функционирует кафетерий, где вас угостят горячим чаем. Здание визит-центра построено из экологичных материалов и сконструировано без применения бетона на геошурупах. Как заявляют инвесторы проекта, во время строительства не пострадал ни один куст. Было минимальное воздействие на окружающую среду. Благодаря городской администрации также здесь подведены инженерные сети. Последних 7-8 лет идет очень большой всплеск интереса к нашим горам, к Заилийскому Алатау. И возникает огромный поток людей, которые сейчас начали ходить в горы. И для этого как бы нужна, конечно, такая серьезная, хорошая инфраструктура в виде таких вот точек, как вот наш этот визит-центр в Горельнике, которая могла бы упорядочить как бы вот, ну, все это развитие экологического туризма. Каждые выходные ущелье Горельник посещает до 5000 человек. И открытие визит-центра для туристов стало долгожданным событием. Мне все нравится. Очень уютно, уютные туалеты. Я, наверное, думаю, что за такими центрами, наверное, какое-то будущее есть в Алмате. Это, такие строения очень аккуратно. Самое главное, они сделаны не для кого-то в частном порядке. Они сделаны для всех людей. Очень много людей приезжают из разных городов, из разных стран. И когда мы рассказываем о наших горах, мы говорим, куда они могут пойти. И очень хорошо, что теперь вот есть такой визит-центр. Ранее часть территории ущелья Горельник государство передало частному лицу на 49 лет. Главное требование к арендатору – исключить негативные факторы воздействия на окружающую среду и природу. В ближайшее время инвесторы проекта планируют перерабатывать все отходы жизнедеятельности. Мне нравится этот бизнес. Уже я категориями не мыслю, за прибылью мы не гонимся. То есть это, наверное, человек, который долго бизнесом занимается, он к этому приходит. Мне важно, чтобы были хорошее, правильное место, где человек мог прийти, отдохнуть, получить удовольствие. И мы же развиваем, сейчас есть программа развития туризма. Мы должны нашу Алмату украшать, и такие вещи они украшают. На строительство визит-центра было потрачено около 150 миллионов тенге. Всего предприниматель готов выделить 9 миллиардов тенге для развития туризма на территории нацпарка. В скором времени рядом с визит-центром появится эко-отель. Айнур Фиора Залина, Медет Саматова, телеканал Алматы. В Алматы в целях нераспространения коронавируса усилена работа мониторинговых групп. Согласно постановлению главного санитарного врача, увеселительные заведения могут работать до 23 часов ночи. Минувшую ночью в мегаполисе провели рейдовые мероприятия по выявлению нарушений санитарных правил. В результате проверяющие выявили ряд недочетов. В этом клубе, расположенном по улице Шевченко, после полуночи ревизоры обнаружили порядка 70 человек. При виде съемочной группы все бросились в рассыпную. Без комментариев. Ну, так. В состав мониторинговых групп входят и волонтеры. Они помогают разоблачать нарушающие карантин объекты МСБ. Добровольцы под видом клиентов заходят в заведение и сообщают полицейским. Честно говоря, в последнее время нарушения участились. Многие люди не понимают всей опасности, поэтому продолжают гулять как вне карантинное время и работают нелегально. С момента действия ограничительных мер владельцы кафе и ресторанов научились тщательно скрывать деятельность в запрещенные часы. Внутрь, как правило, запускают проверенных клиентов, при этом не несут ответственность за здоровье посетителей. В этом здании, к примеру, яблоку было негде упасть. Было из 15 представленных объектов, развлекательных центров, ресторанов, клубов, было выявлено 3 нарушения, в ходе чего было составлено рапорта для передачи материалов в соответствующие органы для принятия соответствующих мер. В помещении проверяющие выявили порядка 60 гостей. Владелец клуба знал, что его действия незаконны, но, игнорируя санитарные требования, продолжал работать. Теперь ему грозит штраф в размере 230 месячных расчетных показателей. Нести вот сюда.
Сейчас на территории города продолжается работа мониторинговых групп. Деятельность некоторых объектов МСБ может быть приостановлена. Дана Килибаева, Улагат Арган, Мурат Тайжанов, телеканал «Алматы».